Так, ну что, всем привет. Давайте же еще раз попробуем сделать ограбление. Только на этот раз мы идем вдвоем с Ловелом. Вот. Офигеть, он мне отсыпал 75%. Спасибо. Вот, скрытность. Черная кошка, чего мне? Прикольно. Все, можем идти. Вот, попробуем еще раз грабануть в режиме скрытность. Вдвоем, я думаю, это будет проще. Наверное. И, кстати, да, может быть, я сразу куплю терабайт. А, нет, давайте лучше это на стрим оставлю. Покупку терабайта. Так, я не могу двигаться. Все, теперь могу. Погнали. Через мусорную какую-то эту будем входить. Да. Ну, кстати, она находится, получается, слева от входа центрального. Я не обратил внимания. Надо будет этот вход тоже сфоткать. А то что-то его пропустил. Вот сейчас, собственно, доедем. Я понял. То есть, там мы летели на вертолете, а тут мы просто это... Наслаждайся. Чем наслаждаться-то? У нас камера стоит. Я снял? Все. Да-да, заходим. Похоже, это лучше, чем с лифта, да? Спрыгивать. Ну, с крыши здания. Потом в лифт. Вот это вот, как мы проходили. Сейчас посмотрим. И хотелось бы это ограбление сделать немножко быстрее, чем мы делали обман, да? Потому что обман у нас затянулся там. Больше, чем на час даже. Потому что я все не снял. Сам видеоролик на 50 минут вышел. Тихо. Прикольно. А, у нас это тоже с глушаком, я понял. Винтовочка. А, даже так можно. Я не знал, что это стекло пробивается. У нас камера. Да ладно, они тут еще видят, серьезно. Фу, я что-то этого вообще не знал. Как он нас сейчас не увидел? Допустим. Так, а это хранилище мы будем. А сейчас мы идем через лестницу, я понял. Понял, в чем был наш косяк. Я просто за Ловелом иду, он шарит, походу. В чем конкретно шарит? Да, тут все лежат. Офигеть. Профессиональненько. Тоже приношу пользу. Так вот камера. Пройди ты.
Мы все сделали. Серьезно? Да, это было намного проще. Давай. Давай отсчет. 3, 2, 1. Ну мы просто команда. Мы команда. 5 минут, мы уже у хранилища. Капец. Что очень круто, я считаю. Это будет быстро. Двигаемся, двигаемся. Бежим, прыгаем, так сказать. Торопимся. Опять здесь этого охранника нет. Так. Что нас тут опять посверлить нужно, да? Вопрос. Вперед. Так, тихо. А, это лазер. Точнее, это ж лазер. Ты воруй открытое. Да. Так и будем. Андрелью мне как-то больше нравилось, если честно. Лазер, конечно, прикольно. Все. Я закончил. Что, ты справляешься? Нет. По чуть-чуть. Я вроде справился, да? Открываем хранилище и максимально быстро работаем. Только зачем так нараспашку прям открывать? Приоткрыли, зашли достаточно. Так, все, погнали. Картины мы забираем. Что резать? Серьезно, блин. О как. Я понял. Забираем. F. Так. Так, режем, режем, режем. Неплохо, неплохо. Довольно быстро они собираются. Так, где у нас там еще? Уже 800 тысяч. Недурно. Так, давайте-ка. Дамочку срежем. Хотя там видны линии уже, типа это, что она типа срезана. То есть мы как будто по трафарету просто обрезаем. Так. Ага. Забираем по-быстрому. Да, прикольная тема картины. Сейчас мы такой куш вообще вынесем. О-о-о! Мама мия. Ужас. Денег будет просто миллион. Ограбление за 15 минут. Так, что там еще? Все. Осталось только С. Но как бы... 2 миллиона, Карл. Ну, почти. А, он еще. Я понял. Можно еще чуть-чуть посверлить. Это уже жадность, конечно. Но я чуть-чуть посверлю. Время пока есть. Секунд 30 точно есть, чтобы спокойно уйти. Ща, подожди. Еще одна ячейка и все, и уходим. Все, уходим. Уходим. Все, уходим. Иначе жадность погубит.
У нас еще очень много времени остается в запасе. Нормально. Все, погнали. Так, и уходим, да, по-тихому. 2 300 000, то есть наш куш где-то будет 1 800 000 где-то, 1 700 000 всего. Офигеть, я 85%. Не, ну давай в следующий раз ты пополам поставишь, потому что не очень интересно такие большие деньги получать. Вот, интереснее, я считаю, пополам. Ну, ладно. Прокачать терабайт пойдет. Я там хочу турель. Ага. Откройся. Так, свет, я так полагаю, мы не включаем, да? Неплохо, неплохо. Вовремя свет выключил. Но это профессионально. Тут не поспоришь даже. Уходим. Давай, давай, давай. Так, а уходим мы как? Через эту же дверь? До свидания, красавчик. Оп. Тут уже я сработал чуть-чуть. Ой, включили свет. Валим. Ну тут мы уходим просто вот здесь. Все. Да ладно! Это самое быстрое ограбление. И самое денежное. Но не самое крутое. С обманом этими жуколовыми было круче, я считаю. Тут как-то слишком быстро даже. Ну, смотрите, 12 минут прошло. 12 минут, я не останавливал запись. Мы уже вышли из казино. Вот, правда, как вот этих ребят уйти сейчас? Это вопрос. Таким образом, да? Воу, тихо. Просто уходим. Бежим, бежим, бежим. Блин, где-то здесь вот еще. Сейчас же увидят. Ну ладно. Вроде нормально бежим. Я не знал, что тут можно убежать. Вот здесь вот прям. А тут у нас машины для отхода, да? То есть мы через стадион к машинам. Или нет? Ой, отстаю чуть-чуть. Ну ладно. В целом я понял. И сейчас мы просто уходим в тоннель, да? И все. Тихо-тихо-тихо-тихо. Садимся. Ха, чистейшая работа. И у нас уже звезд нету. Все, мы шушли. То есть они... А, ну вот звезда что-то появилась и исчезла. Неплохо, неплохо. Вернемся, когда доедем до скупщика. Так, ну что, вот мы практически приехали. Без приключений, спокойненько доехали. Сейчас посмотрим, выполнили мы испытание элитное или нет. И сколько вообще я получу. Капец, вот это было красиво. Быстро и красиво. За 12 минут справились. Я еще платину получил, да ладно. Ну не надо, не надо, игра. Какая платина? 1 600 000 я получаю. А, нет, 1 350 000. Хм.
элитное испытание не выполнено. Ну и ладно. И так дофига. 1 400 000, блин, офигеть. Ну, 350, ладно. И 9000 опыта. Да, красиво. Ну, элитные не успели, ничего страшного, ехали долго. Короче, это, сейчас еще, ну, пожалуй, тут все понятно, да? Да. И сейчас, наверное, на видео я покручу колесико. Ну, в этом. В как его? В казино, в котором мы ограбили, потому что я сегодня этого еще не делал. Итого у меня 2 900 000. Завтра будет стрим. В то же время, как и всегда, будем покупать терабайт. Так, ну что, вот мы и здесь. Давайте посмотрим, что у нас там ловел. Крутанет. Что-то с анимацией не то. Одежда. Сочувствую. Сейчас посмотрим, что мне выпадет. Удивлюсь, если тоже одежда. Давай, вперед. Поехали. Ограбим еще раз казино, только уже на чуть более мелкую сумму. Что же выпадет? А, 40 тысяч долларов. Ну, неплохо, неплохо. Тоже пойдет. Еще больше теперь. Что ж, пожалуй, на этом все. Заканчиваю видеоролик. Всем спасибо за просмотр. До следующих видео.